У членов физкультурно-оздоровительного клуба «Ковчег» праздник. Администрация подарила им такой долгожданный автобус. Транспортное средство осмотрел глава Дмитровского городского округа Илья Поначевный. Участники клуба, занимающиеся спортом, сразу по несколько регулярно участвуют в соревнованиях. Члены «Ковчега» любят спорт. В их копилке десятки наград, привезенных с самых разных соревнований. Однако добираться до мест состязаний было проблемно. Впрочем, как и посещать тренировки. Появление нового автобуса полностью изменит жизнь клуба. Люди станут гораздо более мобильными. Люди занимаются в кашалоте плаванием и в Горшково, занимаются бадминтоном, теннисом. И бочек. Секции в физкультурно-оздоровительном клубе Горшкова пользуются особой популярностью у членов клуба. Правда, добраться возможность была не у всех. Ну, я сейчас забираюсь на своем автомобиле, поэтому как бы сложности нет. А вот просто еще кого-то привезти, я как бы сам на коляске, еще просто никого не могу привезти с собой взять, потому что в машину все это просто не помещается, в мою личную. А на автобусе это будет, можно будет привезти еще 2-3 человека спокойно. Об этом автобусе мечтали давно. Еще в 2019 году руководство клуба обратилось с инициативой в Управление по делам молодежи, физической культуры и спорта. Соответственно, уже при формировании бюджета на 2020 год обратились к главе Дмитровского городского округа Поначевному Илье Игоревичу. И он поддержал эту историю. Наконец-то этот транспорт, он добрался до нас. Мы получили долгожданный автобус. И я думаю, что люди, спортсмены, которые здесь занимаются, для них это будет большим подспорьем. Автобус оборудован по всем стандартам, необходимым для перевозки маломобильных пассажиров. Вместимость этого автобуса 8 посадочных мест. Пассажиров с ограниченными возможностями сюда доставит этот гидравлический подъемник. Максимальная грузоподъемность 380 килограмм. Также для удобства пассажиров сделаны специальные ремни безопасности. В пол монтированы специальные кольца, при помощи которых можно закрепить инвалидное кресло, что обеспечит безопасность для пассажиров.